Сотрудники ювенальной полиции Байского РУВД провели рейд по игротекам района. В ходе мероприятия они проверили законность пребывания подростков в этих заведениях. В ходе проверки игротек полицейские выявили несколько студентов в шымкентских колледжах. В одной из игротек по улице Казиева мы обнаружили трех студентов колледжа, в позднее время пребывавших в игротеке. На владельцев игротеки возбуждено административное дело по статье 442 административного кодекса. К ответственности администрация игротеки привлечена за то, что после 11 часов вечера разрешила подросткам посещать заведение. Такие рейды будут идти до 21 сентября. Вечером примерно в половину девятого наезд на пешехода полицейские зарегистрировали на улице Моделехожа. Здесь под колеса автомашины Toyota Corolla попал 35-летний мужчина. Его с травмами врачи доставили в больницу скорой медицинской помощи. На место происшествия прибыла выездная группа дорожно-патрульной полиции, которая сейчас выясняет причины этого происшествия. Еще одно ДТП на улице Моделехожа было зарегистрировано днем. Здесь столкнулись автомашины BMW и микроавтобус Toyota. В результате удара легковой автомобиль вылетел с дороги. К счастью, в ДТП никто не пострадал. Кто виновен в аварии, возместит ущерб, выясняют сотрудники административной полиции.